Вы сегодня побывали в Центре эстетической психологии ВИТА на мастер-классе по живописи. Скажите о ваших впечатлениях и об отношении к живописи после посещения мастер-класса. Я раньше никогда не занимался живописью. И на самом деле, я когда сюда шел, я был уверен в том, что мне все понравится. И так и произошло, когда я увидел такую, казалось бы, на вид сложную картину. Вот. Я ни секунды не сомневался, что у нас все получится, потому что Ирина всегда подсказывала, помогала, направляла. И мне в целом все очень понравилось, все было здорово. Большое спасибо. Вам спасибо. Будем ждать вас еще. Да. Вот. Очень рада, что мы сумели доставить вам удовольствие и разукрасить будни, да? Да, большое спасибо. Было очень занимательно.